У меня в Великой Отечественной войне участвовало сразу три моих предка. Это были два прадедушки и одна прабабушка. Моего первого прадедушку звали Василий Иванович. Он был рядовым. Погиб он под Смоленском при выполнении задания в 41 году. Он погиб вместе со своим сыном Анатолием Васильевичем. Похоронен был Василий Иванович под Смоленском в братской могиле номер 4. Второй мой прадедушка, он был танкистом-механиком. Был призван в 43 году. Его звали Петр Иванович. Он несколько раз лежал в госпитале в связи с полученными ранами. Во время войны он получил звание сержанта и несколько наград. Также в войне участвовала моя прабабушка. Ее звали Нонна Митрофановна. Жила она на Дальнем Востоке. Когда началась война, она в 15 лет начала работать санитаркой на военном эшелоне. Санитарный поезд, на котором работала моя прабабушка, вывозил раненых бойцов с поля боя и перевозил в военный тыл. В ходе войны бабушка на санитарном поезде добралась до Калининграда, который был заполнен немцами. Вскоре военный эшелон, на котором работала моя бабушка, был перенесен на Дальний Восток, где она и родилась. Это произошло во время войны с японцами.